Здравствуйте, 8 февраля, 12 лунный день, Шасдибут с элементом железа. Особенный день для благородных людей. Практики созерцания медитации, обращаться к Буддам Бодхисаттвам, ритуалы очищения омовения, обращаться к почитанию с Кюсаном, строительство священных объектов, выдвижение указов, создавать планы, подписание контрактов соглашений, принятие важных решений, вкладывать накопления, сбережения, давать наставления, спонсорство, меценатство, работать с деревом во всех влиятельных делах. День неблагоприятен для выезда, приобретения животных, ставить ребенка на ноги, передвигать войска, выяснение отношений. Благоприятен для людей, родившихся в год, мыши, свиньи, неблагоприятен годам, змеи, лошади. На верхней березе Кюдун Курдуване, Комбок Мурскюсен, Диважен Дуване, Очуване Судды. Будьте щедрыми!